Всем привет, друзья, меня зовут Антон. Мы продолжаем играть в игрушку «Инцидент», которая повествует нам о... Беги! Фух! Которая нам повествует о крушении лайнера. Вот, и мы должны найти свою жену. Двигаясь по вот такому хрупкому, тонкому льду, который все время норовит, чтобы я провалился под него и утонул. Но не тут-то было. Но я могу замерзнуть, поэтому в этой игрушке разработчики придумали вот такие вот своеобразные, как сказать, типа хилочек. Костры, огонь. И вот такие вот, кстати, отдушины, которые ведут с бункера, который находится под нами. Вот. Сейчас нам другого пути нет. Нужно добраться до пика, вон того, там, где наверху идет черный дым, судя по всему. Там и находится наша суженая во второй части самолета. А вот и вход. Пещеру. First the shelter, now this lock. I've got to find a way through. 3, 1, 8. Что-то такое было. Где там код был? Стэнли. 31, 28. Да, есть. В смысле, оно что, под водой? Да. Ладно, хер с ним. Поплыли. Как бы другого выбора у меня нет, раз игра ведет сюда, значит, и нужно плыть сюда. О, блядь, холодно, да, холодно, понимаю, мать его, холодно. Вот, вот, вот она лестничка, которая нам поможет выбраться. Давай, давай, давай. Ух, выжил. Так, но это не освобождает от ответственности, надо продолжать идти. А гейзеры, кстати, вот такие вот, они являются источниками теплого воздуха. Возле них тоже можно греться. И вот такую вот я тенденцию заметил, чем больше бегаешь по локации, тем быстрее твой персонаж замерзает. Так, а там я видел еще одни ворота или еще один вход. Да, да, друг, я знаю, нужно согреться. Вот, что это за хрень? О, отлично. Спасибо, Господи. Я не знаю на самом деле, что это такое вообще, что за трубы вот эти. Хрен его знает. Знаю одно, мне надо вон туда. Ух ты, смотри, а я уже мерзнуть начинаю. Это не есть хорошо, кстати. Давай. К костру. И записка. Так, ладненько. И в смысле, и чё? И куда мне? Ага, то есть туда я шел просто для того, чтобы взять записку, да? А сейчас мне нужно еще раз сделать согревончик. И чё, и пробовать сюда подниматься? Так я же не зайду сюда. Поднимусь я при всем большом желании, реально.
Ладно. Пойдем туда, к входу. Либо там трубы, либо можно будет согреться. Но во всяком случае бегать дальше надо. Стоять на одном месте вообще без вариантов. Ага. Ну не гони бесу, я сейчас сдохну, блядь. Да беги, 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 беги. Давай, 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 вот, 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 вот. Отлично, отлично. Итак, двигаемся мы дальше по частям обшивки фюзеляжа нашего самолета. Смотрим какие-то подсказочки. И находим еще один вход в укрытие. На этот раз оно открыто, кстати. Оно открыто, но я хочу глянуть, что здесь. Здесь еще одна записочка, кстати. Stanley can still surprise me. Я не знаю вообще, что это за записюльки. Это его жены, это его. Не знаю. Пойдем сейчас погреемся и будем спускаться в этот сраный бункер. Куда он нас приведет, хрен его знает. Выбор невелик. Да и фонарик у меня. О, включается. Ого, тут еще холоднее. Хьюит, ага, там голяк. Ого, да ну ты шо, не гони, я же вообще тут нахер околею. В смысле, бля? Я прошелся сюдой. Не! Сука! Я умер. Окей, то есть, если мне не в этот бункер, то мне туда дальше получается. Да, дальше. Это я уже прошел. Дверь открыта, но автосохранение прошло. Окей, ну окей, давай погреемся. Просто я смотрю, чем дальше, тем холоднее становится. Очень. Меня это не совсем радует, потому что как бы... Один раз я уже коньки отбросил только что. Я не хочу это повторить. Так, окей. Это хорошо. Давай, 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 крути. Итого, нам получается, сейчас надо туда, затем двигаться наверх, или туда. Или куда вообще? Ладно, пошли туда. Бери трубку. You've got to stay warm. Oh, God. Hypothermia must be setting in. Что это такое? Азбука Морзе? Ну, похоже на то. Так, ну мне во всяком случае налево, но хочу я сходить направо. Ага. Ого.
Тупая это была затея сходить направо. Потому что я нихуяшечки не успел, и я сдох. Это плохо, друзьяки, это плохо. А там какая-то часть самолета была. Так, давай не будем тогда бежать. Посмотрим, как так будет. Ну так на самом деле. Все так же. Все так же во льду у меня. И я хочу посмотреть, что это такое. Давай, братан, ты сможешь. Там слева что-то шипело, но я когда подошел, я так и не смог. Либо это просто, и оно мне нахер не надо. Вот просто. Вот. Все, я понял. Просто оно мне нахер не надо сюда было идти, вот и все. Хорошо. Давай, отдышись. Отогрейся. Пойдем к тому костру. Вот, сука, успеть бы до него. А то смотри, как-то у меня оно очень... Очень быстро ХП. Это теряется. Не, ну сюда я успею. Это отлично. Да, сюда я успел. Между мной растаял лед. Хе. Окей. Нагрелись. Пошли дальше. О, shit. Hail. Это в смысле что? То есть. Hail's too strong. I can't get through. Ну, это обвал, я так понял, или что за херь? Ладно. Molly and I snuck out to a party tonight. It was in full swing by the time we got there. Очередная записочка у нас тут. Well, not all. We weren't there long when this beautiful lad hands me a beer and said his name was Cullen. I was tall with bright green eyes and he wore neon-colored runners. I asked him if it was his party. He shook his head and said that knew it was my party. Then he turned and waved his hand around like he was the great fucking Gatsby. And the first thing we saw. No, E. Я послушал записочку, и может эта херь прекратилась? Нет, не прекратилась. Значит, мне все равно, по идее, нужно идти туда, где это дерево. Ну, по логике вещей, тут другого выхода я не вижу, как бы, потому что там нас завалит. Тут нигде не вижу я никакого ни вентиля, ничего, чтобы согреться или хотя бы как-то открыть эту залупень. И тут нет даже костра. Понимаешь? Дай бог, чтобы оно сохранилось. Я тогда смогу. Отлично! Отлично, я взял себе кусок. Или это дверь просто. Я смогу укрыться. Да. Ну, конечно, она работает. Ну, тут я не буду переводить, тут и так все понятно. То есть, смотри, еще прикол. Я прикрылся дверью. Но то, что меня не коцает, это понятно. Я не мерзну. Снова.
Черный дым. Я сейчас уйду вниз, да? Да. Я ушел вниз. Ну, как бы я не мог так просто закончить игру, да? Поднялся туда на пик вершины к черному дыму и к второй полу. Какого хера? И что за хрень? Я что, в больничке уже? Что это было? Кто знает, что это было, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это у него глюки уже? Нет, не глюки, ты мне сам ответил. Да, друг, ты был почти у цели. Это хорошо, что это ты там кричишь fucking island. ТД и ТП, жила-была и все дела, да? Но давай смотреть на мир не сквозь призму розовых очков. Мне надо костер, я уже замерзаю. Это не есть хорошо. Ну, я не знаю, куда я вообще спускаюсь. Снова куски самолета. Снова костер. И снова записка. I will not become like those other empty wives, like my mother. I will not be looked after. Куда идти дальше в такой буран? Непонятно. А, нет, все понятно, вижу. Leonor. Да, дружок, мы потерялись. Чего? Бургер? Ха, смотри. Здесь на русском написано. Бургер. Опять. Опять вход в эту залупу, блядь. Ну да, конечно. Где же я возьму ключ? Где же мне взять? Shit! Frozen shut. Сюда я не зайду. Сюда я тоже подняться не могу. Хорошо. Побежали дальше. Вот еще часть самолета. Такое ощущение, что... Чего? Это... Это что за нахер? Бля, надо погреться. Это что за хер? Что это? Что за скелет? Ух ты ж, бля, нихуя себе. Глянь, сколько их. Ты видишь это? Смотри. Funerals today. I was with Stanley at his father's funeral. There was quite a crowd of people. Так, короче. Так куда ты, блядь, идёшь, ёб? All dead. Everywhere. Все мертвы везде. А я не знаю, это так как было раньше, этот типа предполагают. Атланты, да? Типа трехметровые люди там. Need to find another way. Да, блядь, ну какой another way? Ну ё-моё.
Я сейчас из-за твоего и Another Way опять сдохну нахер. Ну, пошли посмотрим, что там за большой хребет. И опять же. Пройти туда я не могу. Окей, куда мне... Короче, вот это вот какие-то эти, блядь, типа ракушечек, да, или что это за хер? В общем, я коцаюсь об них. Я не знаю, что это за херня. Я не знаю, что тут за херня вообще, блядь, творится. Вон обломки самолета. Куда дальше? Куда? Подсказку какую-то, я не знаю. Ну, я ж тут не буду вечно греться, да? Мне надо найти ключ, чтобы открыть. Но опять же, там все замерзло. Разбить ключом. Бля, я без понятия, если честно, куда мне. Вообще без понятия. И туда подняться не получается. И кусок вот этой обшивки или фюзеляжа взять тоже не получается. Вернуться обратно, туда я уже не поднимусь, откуда я спустился. А бегать вот так вот, знаешь, бродить, ну, можно как вариант, в принципе. Вот очередная писюлька. Так, у меня, к сожалению, не так много времени, чтобы слушать. Это все. Да и не туда я пошел. Обратно. Давай будем смотреть, куда можно пойти вообще. К горячему источнику. К нему родному. Да в смысле, я же это видел уже. Тут я был. Скалы эти. Вот отсюда я спустился. Хотел пойти налево. Не получилось. Пошел туда. Пошел прямо. Я сейчас начну втыкать уже. Просто втыкать начну. Потому что я потерялся и походу я в натуре не знаю, куда идти. Я не знаю, что это за скелеты вообще эти. Это люди, не люди. Нужен гаечный ключ, чтобы открыть доступ, да, к этому бункеру. Ну, дверь замерзла. Я видел тогда гаечный ключ, по которому, которым я пытался стучать по такой же трубе, которая блокировалась, не дала ему вращаться. Ну, как его взять, я не знаю. Потому что обратно вернуться я уже туда я не могу. Давай попрыгаем, если тебе сильно холодно. А ну я попробую, допустим, я начну мерзнуть. Я попробую нажать эту вот английскую P. Может, он когда типа попрыгает, ему полегчает. Можно будет дальше ходить изучать. Ну, тут как бы все, тут тупик. Я не могу пройти дальше вот туда. Так, вот оно начал мерзнуть.
Нет, ни хера оно не работает. Фиделио. Фиделио, Фиделио. Куда мне идти? Куда мне двигаться? Куда мне подниматься или спускаться? Я не знаю. I can't get through these fucking jellyfish. И похоже, я в натуре заблукал. Может быть, здесь какой-то ключ. Или... Вот что это такое под нами? Или там, может, какой-то... Или куда мне вообще нахер двигаться? Не знаю. В общем, наверное, закончу я на этом серию, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Антон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.